как раз очень удачное сочетание, то, что вот мы анализировали республику в рамках рейтинга. Это очень сбалансированная структура доходов, разные отрасли. Очень редко удается встретить, когда сбалансирована и структура доходов, и расходов. И это отразилось на рейтинге республики. Он достаточно высокий, а плюс для, в общем-то, не очень большого субъекта федерации, это, можно сказать, максимальный уровень.